Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Всех вас, братья и сестры, поздравляем с сегодняшним воскресным днем и с праздником введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. В сегодняшний день мы прославляем Отроковицу Святую Марию, родители которой, праведные Иоаким и Анна, привели ее в Дом Божий, в храм, для того, чтобы Мария, находясь при храме, возрастала духовно, но не просто возрастала духовно, как это бывает с обычным человеком. Она уготовляла себя божественным промыслом для того, чтобы стать матерью Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Мы знаем из священного предания, что долго не было детей у праведных Иоакима и Анны, и они вымолили себе это дитя от Бога и пообещали Богу, что посвятят свое дитя на служение Господу Богу. Именно поэтому на древних иконах Отроковица Мария изображается в одежде взрослой женщины, с покрытой головой. Помимо обычной одежды, на голове ее мафории, то есть это покрывало, которое носили уже взрослые женщины. Как есть народный такой обряд, когда девица выходит замуж, то в определенный момент расплетают ей косу и покрывают ее голову платком, как бы это символизирует, что она уже готова к другой взрослой жизни, к особому служению, служению супруги, жены и матери своих детей. Так вот и на древних иконах Отроковица Мария изображена, хотя и маленьким ребенком, но все же в одежде взрослой женщины. То есть икона нам говорит о высоком ее служении, о призвании служения ее как Матери Божьей. Праведный Захария, служитель Храма Божьего, вдохновленный Духом Святым, ввел Марию Отроковицу во святая святых. И также на древних иконах мы можем видеть Марию, восседающую в самом святом месте алтаря Господня, и ангел Божий приходит и питает ее хлебом. Сегодняшний праздник говорит нам, братья и сестры, о том, чтобы мы воцерковляли свою жизнь. Многие из нас приводят своих детей в храм для того, чтобы они причащались, для того, чтобы они приняли в себя Господа нашего Иисуса Христа, Его пречистую плоть и пречистую кровь. Но проходит время, и наши дети уходят из храма, взрослеют. Они перестают причащаться. У них нет уже этого рвения. И у многих возникает вопрос, почему так? А ответ прост. Иоаким и Анна своим примером всегда служили для своего ребенка, как любить Господа Бога. А мы не служим своим детям этим примером. Мы не показываем им пример. Если бы мы шли к святому причастию, так часто, как мы приводим своих детей причащаться, они бы не оставили храм Божий. Они бы оставались здесь, в храме, и вместе с нами прославляли одними устами и одним сердцем причестное великолепное имя Господне, Отца и Сына и Святого Духа. То есть мы часто говорим слова, которые не подтверждены нашей собственной жизнью. А лучший пример или лучшее назидание для ребенка – это собственный пример. Пример родителей. И в сегодняшний день при
принято также говорить о домашней церкви. О том начале нашего общества, с которого начинается общественная жизнь, вообще страна вся, это семья. Если рушатся семейные древние эти устои, когда отец, глава семейства, благословляет пищу, когда он идет вместе со своей семьей в храм и стоит у алтаря Господня, молится, когда мать сегодня не подает тот нужный пример своим детям, это тоже трагедия семьи. И наше отношение к духовной жизни, и к самому себе. Да, мы многие страдаем самолюбием, самолюбованием. Но апостол Павел говорит: братья, тела ваши – это храм Духа Божьего. И призывает нас не осквернять этот храм, хранить его. Вот мы переживаем, когда видим сегодня разоренные храмы. Мы осуждаем тех людей, которые позволили себе это сделать. Взорвать храм, пустить в него снаряд, опустошить его. Но апостол Павел говорит, что тела ваши – это дом Духа Божьего, храм Духа Святого. Себя мы не осуждаем за то, что мы иногда растлеваем этот дом Божий. Мы даже редко задумываемся о этом высоком призвании. А сегодняшний праздник как раз говорит нам об этом. Говорит, чтобы мы хранили этот свой дом Духа Божьего. О том, чтобы мы полюбили храм Божий, в котором мы принимаем таинство Христово. Святое причастие, крещение. Мы приносим сюда свое покаяние в своих грехах. Мы здесь освящаем брак. Мы здесь получаем исцеление от болезни в таинстве маслособорования. Мы сюда приносим затем своих усопших, чтобы здесь, перед святым алтарем, перед которым они стояли во время своей земной жизни, вознести они последнюю молитву. И это наше достояние, наша духовная ценность. Сегодняшнее воскресенье мы слышали с вами притчу о безумном богаче. У человека удался сбор урожая. Он был необыкновенным. Он собрал больше, чем обычно он собирал. И задался он одним вопросом: что мне делать с этим всем? И вот он принял решение: разорю старые свои хранилища, построю новые, более, так сказать, объемные, сложу туда эти все свои сокровища, то, что мне мать-земля родила, и скажу своей душе: душа моя, ешь, пей, веселись, отдыхай, расслабляйся, теперь у тебя на многие годы богатство есть. И было сказано этому человеку: безумный, в эту ночь заберут у тебя твою душу. Кому это все достанется? И Господь, заканчивая эту притчу, говорит: так будет со всяким, кто не в Бога богатеет. И мы видим, как часто целые государства, богатея не в Бога, выглядят как безумные. Но теперь мы можем эти слова обратить еще и к себе. Ты любишь храм Божий. Ты заботишься о том, чтобы здесь была чистота. Время от времени ты приходишь, чтобы помыть здесь окна, полы, поухаживать за цветами, побелить бордюры, покрасить лавки, что-то сделать еще для церкви, украсить храм цветами. Ну а кому это все достанется потом? Где твои дети?
Почему они с тобой не вошли сегодня в храм? Сегодня, вчера, завтра или через неделю. Мы так ведь придем опять без своих детей. И поэтому говорится нам, безумный, а умный, умудренный, тот, кто ведет своих детей к Богу. Однажды в наш храм пришла кошка. И пришла она не пустая, как говорится. И родила она своих детей под полом, перед престолом в алтаре. Мы пришли в храм утром и слышим, мявкают котята, не могли понять, где это. Все облазили, потом ухо положили на пол, пришлось срывать полы, доставать этих котят, выносить их на улицу. И вот на улице была какая-то опасность, гром, дождь. И эта кошка взяла, двери храма были открыты. И котят опять отнесла в алтарь, только уже положила под ту лавку, где пономари сидят в то время, когда можно присесть в алтаре. Даже кошка знает, куда нужно нести своих детей. Вот она сегодня даже нам может послужить примером, а мы давайте сделаем для себя вывод из сегодняшнего праздника. Пусть же умудрит нас Матерь Божия, хранит наши семьи, хранит наших детей, умудряет и нас в первую очередь, а затем нашим примером и наших детей, чтобы мы все выросли в ту меру служения Господа Бога, когда человек становится угодным Богу. Как мы говорим о святых, угодник Божий, чтобы каждый из нас стал этим угодником Божьим и никогда не был безумным.